Вот повезло, не дурак я родился, дал бог ума. Правда, не нарадуюсь на свой ум. Много в башке мозгов. У меня на и раз даже боюсь в ухе ковернуть, мозг не задеть. Все беру за полцены. Вот я себе девичью шапку взял. Ну, свою шапку сносил, не греет уже. А новая, что я не дурак, что ли, взял за полцены. Ну, классная шапка, сзади как новая. Чем дальше смотришь, тем новее. Видно, что бобровая, а не пожилого кролика. Вот, допустим, Колька наш, Колька, зять моей дочки, приходит через меня, отец детей, пришли всех бабок моей. А так в районе для всех просто Коля. Чё намолол, сам не знаю. Короче, решил взять телевизор новый. Не, ну дурак, не, ну чё новый? Мы подешевле возьмем, за полцены. Вот новый взяли, классный мультильник на ножках. Горизонт называется. Сейчас таких уже не делают. Да их раньше что-то не хотели делать, они что-то взрывались, чаще чем включались. Ну, Коля классный телевизор. Ну, Коля взяли. Великолепный, классный такой. Ну, изображения, правда, нет, брать не буду. А звук такой классный, такой постоянный звук идет. Я эту спрашиваю я. А у тебя пол денег же еще осталось? Давай за полцены и у бабы Лизы такой же телек возьмем. Да у нее наоборот, изображение есть, а звука нету. Я говорю, сама судьба улыбается. Взяли, включили, красота, ну красота. Один рассказывает, другой показывает. Ну, за полцены чего не брать. Мы недавно холодильник взяли. Ну, не молодой, конечно, холодильник. Родословный, правда. Говорится, ох, он на 45 морозит все. Колбасу пока положишь, руки мерзнут по самые колены. За полцены такая удача, а? В трусах мимо не пройдешь, замерзнешь не сразу. У него ж дверки нету. На улице стоит в тени. Мне врач как-то по секрету сказал, что у меня еще в спине есть мозг. Спиной мозг. Тут я когда задумываюсь, у меня что-то спина чешется внизу постоянно. Ой. Ладно, пойду, мой внук машину хочет взять себе новую. А я знаю, у моего приятеля есть не новая, за полцены. Ну, классный автоматик, сама заводится, когда хочет. А глохнет и непонятно когда.